Надо как-то его заставлять играть с более быстрых подач или подач в сторону за него. Вот мы видим, как он легко справляется с этой подачей. Власова отлично в защите. Волков, ну что, Мороз, давай, Мороз дал. Отлично, Павел, отлично просачивается между шестилапым блоком. Тройной блок, и где-то нашел какую-то дырочку. Павел опять пошел в центр, но за счет, видимо, скорости все-таки удалось обыграть между рук, наверное, Александра Волкова.